хочу выпить с вашим автомобилем, это сок. Это не алкоголь. И покажу вам сразу фокус. Смотрите на бокал, что происходит с бокальчиком. О боже, говорит, он сгибается, о боже. Нет, боже тут ни при чем. Это Сергей Листопад, это вам сувенир на память. Спасибо. О сегодняшнем. Спасибо. Это не цирковое шоу, а традиционная акция «Автоледи», которая прошла на Можайском шоссе в Одинцове. Сотрудники ГИБДД вместе с известным иллюзионистом Сергеем Листопадом поздравляли прекрасных участниц дорожного движения с Международным женским днем. Причина остановки – порадовать и, конечно, удивить. Хочу поздравить вас с вашим праздником и пожелать любви, счастья, здоровья, удачи, хороших, послушных мужей, любящих детей, верных подруг, здоровья, еще раз здоровья. Ну и главное, любви все-таки, потому что миром правит любовь. И желаю вам, чтобы все чудеса этой планеты случались только с вами, не только в этот день, а каждый день. Удивить, безусловно, получилось. Сияющие улыбки не сходили с лиц автоледи. Сергей Листопад показывал дамам невероятные фокусы, дарил сувениры, а инспекторы ГИБДД вручали цветы. Едва ли такое возможно на дорогах в обычный день. Автоледи поздравляем, желаем счастья, здоровья, благополучия и успеха, а также, чтобы были бдительны, внимательны на дорогах, соблюдали правила дорожного движения и были культурными на дорогах. Ради порядка инспекторы отметили, что праздники не повод нарушать, поэтому напомнили всем о необходимости соблюдать правила дорожного движения во избежание неприятных последствий. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».